Как стать участником акции «Самара, я привит» и получить ценные подарки? Когда будут известны победители акции, где в Самаре можно вакцинироваться? Смотрите программу «Город С» 16 июля 18:15. Гости в студии: Анастасия Кнор, руководитель Самарской региональной общественной организации «За информационное общество», и Ольга Слесарева, заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки.